все будем звать. Мы придумали себе занятие. У нас есть вот такие вот буквы. Буквы. Буква L, E, Z, A, M, A, Y. Сегодня мы будем красить, собирать слово Лиза Май. Это мамухать, папа. Можно мамухать? Можно, понюхай, аккуратненько. Так вкусно. Берем наш пигмент. Как ты думаешь, какого цвета он будет? Розовый. Молодец, будет розовый. Я сама. Класс. Ух ты. Классный. Да. Не розовый. Держи, давай теперь ты аккуратней. Вливай. По чуть-чуть. Все, хватит. Давай теперь берем нашу палочку. И будем вот так вот мешать. Так, теперь мы берем нашу краску, которую мы подготовили, и аккуратно, самое главное, да, Лиза, выливаем вот сюда. Ой, хватит. Ой, что, папа? Берем буковку L. L. И первая буква твоего имени, Лиза, да? Оп. Ух ты. Да, я такой. Нам, наверное, понадобятся перчатки, которых у нас нет. Это присоски. Да. Ну, когда папа сейчас спачкает немножко рук. Класс. Нет. Все. И ты освоил. Зайчик. И ставим вот сюда, чтобы она сохла. Какая следующая буква у нас будет? И? О. Это Z. Нет, у нас И. Это вот это вот. Это? Нет, следующая. Нет. Не, ближе. Холодно, холодно. Вот. Ой. Это. Вот. Ой. Давай, папе. Нет. Ну ты пальчики. Давай ты сама бросай. Все. Вот так вот. Достаем нашу букву L. И ставим сохнуть. Потеплась воздух. Круто. Пошли туда. Какая следующая у нас буква? Z. Вот такая буковка Z. Вот это? Первая самая буковка возле тебя. Такое? Нет, это M. Это I. Вот, молодец. Правильно, это буква Z. Давай, бросай. Давай, папа. Давай, Лиза. Ой. Это утка. Буква Z. Дети, утка. Так утка. Так утка, да? Ставим нашу буковку сохнуть, да? Это буква А. А. Давай, бросай. 20-10. Аккуратней нужно. Опа. Давай окунаем. Да. Ой, потерялась. Вот она. Да нет места. Сейчас найдем. Ой, капает, смотри. Давай ставим сюда нашу буковку А. Сейчас мы ее еще раз искупаем. Буковка. Ставим сюда. Пусть она стекает. Следующую букву берем букву М. Вот. Это буква А. Лиза не знает буквы. Это. Будем с тобой учить в следующем видео. Наши вот все она. Буквы будем учить. Это Y. Нет. А вот та буква следующая какая? Это Y. Нам нужна буква М. Это М. Это буква А. Меня нету. А еще одна у тебя буква есть.
Вот это вот какая стоит буква? Буква М. Ура, мы нашли букву М. Давай. Вот наша буква М. Я сама. Аккуратно только. Так-то. Молодец. В этот раз ты аккуратно не бросаешь, да? Так, достаем. Помогите! Вот наша буковка. Она... Давай поставим ее, чтобы она высохла. Туда, сюда. Да? Да, вот сюда. Ой! Молодец. У нас такое. Такое, такое, такое. Наконец-то ты правильно выбрала букву. Вот он. Наша буква следующая. Как называется буква? М. А. А. Буква А. Это первая буква алфавита. А давай, папе, или ты сама? Давай сама. Давай. Вот, умница. Давай. Да, так, аккуратно, аккуратно. Ай! Все, уронила. Ты я сама. Ой! Падает. Вот наша буковка А. Белая. Давай мы ее вот сюда поставим сушиться. Давай ее достанем сейчас. Он выкидывается, зайчик. Да. Вот сюда вот поставим. Держи вот такой вот розовый картон у нас. Теперь аккуратненько давай. Давай, валик, папа покажет тебе. Или ты сама? Сама. Давай я покажу, а ты повторишь потом. Смотри, нужно сделать вот так вот ручкой. Да. Видишь? Да, понял. Понял, да? Все, а потом вот так вот. Вау. Я сама. Да, давай. Ой. Давай, давай, красный. Ой. Запутался. Ручками аккуратно, не испачкай платье. Хотя на нас уже и так все грязное. Еще немножко. Еще немножко. Может, кролика покрасим? Давай. А, нельзя красить кролика. Почему? У него красивая шерсть такая. Так он... мы диете. Я хотел тебе розового кролика найти, но не нашел. Почему? А нигде нет их. Вот так вот Лиза сегодня научилась красить. О, еще. Давай еще макай. Настоящая розовая краска. Это солнышко. Вот бабочка. Thank you.